эти кадры сделаны за день до моего отъезда, то бишь 18 января. Все 10 дней я здесь жил, но ни разу не видел, чтобы Луна и Солнце встречались вместе. Напомню, что 10 дней я жил в Нонг Кьяв, это Лаос северный. И вот закат в последний день моего пребывания в Нонг Кьяв. А это автовокзал Нонг Кьяв, 20 января, 11 часов дня. За несколько дней до этого я приходил на этот вокзал, и мне сказали: «No problem, приходите в день, когда будете отъезжать, и билеты будут». Стоимость билета, напомню, 40 тысяч кьят на общественном транспорте. Хорошо. Я приехал 20 января и услышал, что билетов, оказывается, нет. Есть только билеты на туристическую станцию, вот на этот автобус, и стоимость их уже 50 тысяч кьят. И отправляется этот автобус только в 1:30. Так что здесь очень и очень здорово надувают. Будьте внимательны, друзья. Лучше заблаговременно требуйте билет. А вот так вот выглядит этот микроавтобус, который отвез меня в Луанг Прабанг. Я снова в Луанг Прабанге. Это вновь отель World. И на этот раз у меня такая вот небольшая уже комнатка. Тоже есть кондиционер, вентиляторы. Спальная кровать уже одна. С двумя я не знаю, что делать. Вот такая вот этажерочка. Также есть ванная. Есть все необходимое. Так что я буду жить 3 ночи вот здесь вот, собственно. И вот утречком 20 января я отправился еще в 2 места, в которых не был до этого. Я приберег их именно на мои последние дни пребывания в Луанг Прабанге. Это старый мост, на который сейчас можно въезжать только мотоциклистам, из которого открывается довольно-таки красивый вид на Луанг Прабанг. Многие женщины здесь зарабатывают именно шитьем. А вот этот старенький домик находится прямо у старого моста. Его пока что не снесли. Мост и в самом деле очень и очень старый. Идешь по этим вон доскам и думаешь, выдержат или нет. Похожий мостик у меня был в Янгоне. Там тоже его давным-давно не чинили. Идешь, а под тобой досточки гуляют. И думаешь, выдержат или нет. А вот такой вот красивый вид открывается с этого моста. Между сезоном дождей люди используют дары реки во свое благо. А вот эти деревья мои любимые. Независимо от того, дают они урожай или нет, я очень люблю пальмы. А вот так выглядит основная конструкция этого моста. Довольно основательно. А за мостом простирается новая часть Луанг Прабанга. И если честно, она не очень красива.
Так что берем курс обратно и заодно наслаждаемся достопримечательностями. Доски с этой стороны моста, кстати, укреплены. А вот это золотой Вад Па Хом Хао на горе Пуци. Здесь, кроме этого храма, имеется еще несколько храмовых комплексов. Высота горы всего 106 метров, так что особо напрягаться на подъеме не нужно. А вот вдали виднеются исходни, которые ведут на холм. Такой перекус здесь повсеместно. Внимание, вас снимают. Местный хендмейд. В старом городе еще есть довольно колоритные улочки. А вот это одна из главных развилок, за которой начинаются достопримечательности в виде храмов и небольших монастырей. Довольно популярное среди туристов место. Благодаря китайцам и пенсионного возраста европейцам и американцам, лаосцы имеют работу. А это священное дерево Бодхи у одного из храмов Луанг Прабанга. На улицах Луанг Прабанга можно увидеть такие вот старенькие автомобильчики. Они, наверное, по возрасту, как и эти здания. А может, здания все-таки и старше? Этого я не знаю. Снова видно гору Пуци. А вот с этой бабушки, нашим бабушкам, нужно брать пример. А вот и ступени, ведущие на гору Пуци. Каждый поворот украшают головы драконов. Эти ступени хоть и не длинные, но очень стремительные. А это жилой комплекс монахов. А сейчас мы находимся на территории одного из храмов на горе Пуци. Все мостики и проходы здесь также украшают драконы. А это, согласно поверьям буддистов, отпечаток самого Будды.
А вот этот храм интересен тем, что он наполовину сделан в скале, и в этом храме есть подземный небольшой храмик. Сейчас я вам покажу, что же находится в этом подземном храме. Кроме молитв, монахи храма также и работают. Например, сейчас у них уборка территории. На всей протяженности подъема на гору очень много скульптур религиозного характера. А сейчас вы видите религиозный барабан. Его нужно крутить и произносить молитвы, и тогда Будда вас точно услышит. Собранные листья здесь также сжигают, как и у нас. Подъем на наивысшую точку горы происходит вот по таким ступеням. Такой частичный вид открывается на старую часть Луанг Прабанга с горы. А здесь находятся две наибольшие статуи Будды, лежащего и стоящего. И здесь у местных есть свой бизнес. Они продают здесь цветы для храма Будды, а также птичек, которые вы можете купить за 20 тысяч кип и выпустить. И тогда очень много грехов с вас просто снимут. Хотя задуматься, зачем этих птичек ловят? Зарабатывают грехи. Но туристы на эту замануху ведутся, так что бизнес процветает. А на этих кадрах вы видите, что, как и в обыденной жизни, здесь также есть лентяи. По мере подъема на гору виды на Луанг Прабанг все улучшаются.
А вот и главный храм горы Потси. А эти клеточки ждут очередных пленниц, которых потом за грехи будут отпускать. Главный колокол храма. Видно, что действительно помолиться сюда приходит все меньше и меньше людей. В основном это туристы. Такая панорама с наивысшей точки горы. С высоты 106 метров. А это золотая ступа горы Потси. Интересно было понаблюдать за туристами, которые пришли сюда пофотографироваться. Если за правду, то виды на Луан Прабан так себе. Может, на закате или восходе они и лучше, но сейчас не очень. А вот интересно, эта ступа действительно покрыта золотом или это обман? Некоторое время поснимав туристов, я пошел с горы уже другой дорогой. По ходу также снимаю туристов и достопримечательности горы Потси. Особенно интересно смотреть за молодежью, которая повсеместно просто болеет селфи.
А эта легенда, почему же эту гору назвали Путси? Как вы можете видеть, здесь живут целыми семьями. Возможно, эти дети еще и не видели ни Европы, ни Америки, откуда родом эти родители. Почему-то на каждом столце вот такие вот кучки риса. Перед подъемом на гору нужно обязательно подкрепиться, не дай бог граммы какие-то уйдут. А это главный вход на гору Путси, именно сюда привозят туристов. А вот лиану, которых я видел множество в Нонг-Кьяв, я здесь не ожидал увидеть. А вот это территория ночного рынка. Здесь наибольшее скопление всевозможных туристов. А где туристы, там естественно и продавцы. Так выглядит территория ночного рынка в дневное время. А вот ночью трасса перекрывается, и это все сплошной рынок. А вот это один из самых красивых храмов Луанг Прабанга. Его можно увидеть на многих открытках. А вот здесь вдали скромно укрылся тайский храм. Здесь вы можете или просто пожертвовать деньги, или же купить что-то в этом храме и деньги бросить вот в эту вот урну. Здесь все на добрых началах и на честности. А храм действительно является жемчужиной, так как на его стенах все еще хранятся древние рукописи жизни Будды. Но оставим религиозные дела позади и вернемся к жителям Лаоса, которые продают, и туристам, которые как бы хотят что-то купить.
Китайцы – это самые массовые туристы на территории Лаоса. Да уже и не только Лаоса, а всей Азии. Как вы думаете, кто сидит позади этого дедушки? А вот этот паровозик из белых минивенчиков все привезли китайцев. Сейчас Луан Прабанг — это один большой базар. А это курс в обменнике на разные валюты по состоянию на 20 января 2019 года. Не утруждайтесь, гривны здесь нет. А здесь красивые произведения искусства превратили в какое-то инопланетное чудище. А этот храм находится не в туристической зоне, но поверьте, он стоит внимания. Внутри этого старого храма все просто дышит древностью. Это очень красиво. А немного поодаль от старого находится уже новый храм. А вот таких непорченных туристам мест в Луан Прабанге вообще почти не осталось. Выяснилось, что вот эти ступени ведут также на гору Путси. А это территория, где проживают монахи. Это их жилище.
но, к сожалению, монахи, увы, уже не те, что раньше. Смартфон – их главное достояние. Вот что вы сделаете, увидев этот знак. Прогулочки на велосипеде здесь также очень популярны. Правда, цена 20 тысяч кип кусается. Это за день. Не смотрите на внешность. Внутри я еще девушка. А теперь вы знаете, где в Луанг-Прабанге утопия. Многие туристы, особенно мужчины, проводят так вот весь свой отпуск в Луанг-Прабанге. Но это уже новое поколение Лаоса. Без смартфона никуда. Одеяло, кому одеяло, новое одеяло. Так завален весь грузовик. А вот в таких местах смело можете покупать местную выпечку. Она довольно вкусна и в то же время это безопасно. И вот снова о своем. Лаос. Бедная страна. Но ездят в основном на джипах, причем новых. Что ж, мой хостел, World или мир в переводе. На этом конец. Спасибо за внимание.